У него глаза разного цвета. Эй! Ох, повезло! Дистанция неприкосновения, глава 2, дом ведьмы. Надо поскорее найти это место. Та самая летучая мышь. Постой! Неужели пришла? Должно быть, это уход. Ну как мне пройти, если тут повсюду какие-то заросли? К тому же не видно звонка или дверной ручки. Что? Что происходит? Ай! Спустя 16 лет. Мы наконец-то встретились. Простите, случайно и моя бабушка? У тебя такое есть? Ага, это наше семейное древо. Полагаю, отец тебе ничего не рассказывал. Я ведь знаю, какой упрямый он может быть. Точно, папа? Я так и не рассказал ему о пожаре. И что теперь делать? Чтобы ведьма Сими Мезард была такой пьяской. Какой ужас. Не волнуйся, я ему уже рассказала. Снова это чучей мышь. Луна, какого черта ты наделала? Папа? Более того, ты отправилась к этой сумасшедшей старухе. Посу. Я называю его летучая мышь, почтальон. Твой отец должен быть перестал волноваться за тебя, когда узнал, где ты. Перестал волноваться? Думаю, как раз наоборот. Несмотря на тот факт, что тебе никуда идти, хватило бы ты жить здесь и обучаться магии. Что? Я пришла сюда для того, чтобы спросить о письме, а не жить здесь. Похоже, ты до сих пор не поняла ситуацию, в которой находишься. Люди всегда совершают одни и те же ошибки. Другими словами, если ты сожгла свой дом один раз, будет идти второй пожар. Но молчи, послушай. Мое одежда поменялась? Это правда, твоя мама тоже могла надевать эти платья. Но, к сожалению, она... Что? Но сейчас все в порядке, потому что ты воплотила мечты в реальность. Мама... Почему каждый раз, когда прихожу сюда, все кончается одинаково? Но это потому, что кто-то глупее своих братьев снова проиграл в камень-ножницы бумага, не так ли? Что? Он из семьи оборотня, что живет по соседству. Его зовут Зак Дуглас. Идиот, но на него можно порассчитывать. Слово «идиот» было лишним. Оборотень? Девушка, я ее здесь раньше не видел. Может ли он быть тем волком, которого я недавно видела?